Мужик однажды к Богу обратился. «Ну что за жизнь?» — он громко возмутился. «Пашу я на работе, словно вол. Ну а жена лишь ужин мне на стол и утром завтрак, а потом весь день бездельничает. Ей одеться лень. Где справедливость, Господи, скажи, и ты мои проблемы разреши?» «Тут нет проблем», — ответил Бог. «Ведь нет того, чего бы я не смог. Я поменяю вас с женой полами, а дальше вы уж разбирайтесь сами». «Да я согласен, вот уж отдохнул». «Да будет так». Бог тяжело вздохнул. И тут все началось для мужика. Уборка, стирка, топрящей, рукав. Детей умой им, супчика налей. Один другого посадил на клей. То в школе с двойкой сына разберись, то в магазин, как белка, вверх и вниз. Уроки детям делать помогай, а ночью мужа развлекай. Недолго выдержал ту карусель мужик, всего неделю. И мужчина сник, опять замолился. «Боже, помогай! Не ведал я, что жизнь мужчины рай. Верни назад, ведь женщина я временна». Но Бог ответил: «Поздно, ты беременна».